Сегодня грусть, тоска меня заела, мне сейчас ни до чего нет дела. Как же сильно депрессия мне это надоела, как же сильно у меня упало настроение. Лишь Шри Кришне заодно я благодарна, что строчки он мне посылает для стиха. Свою мечтаю талант я развивать, а Шри Кришне стихи шикарные писать. Google почту себе завела я вчера, я, если это будет надо, Венугопалу ее дам. На почту о Харикатхе новости я буду получать, себя знаниями с ее помощью буду я обогащать. А теперь немного вспомню о сегодняшних я строчках, что перед сном я написала в телефоне. Их написала о своем я настроении тогда, в депрессивном состоянии, друзья, и вот они, чувствами своими, не могу я управлять, другим людям в душу могу я наплевать. Мнение других людей мне безразлично, но это и не значит, что в жизни моей все отлично. Я понимаю, что так с людьми общаться неприлично, но верю, что очень скоро будет все отлично. Харикатхой Шрила Гурудев меня очистит, а джапа во мне всю скверну обличит. Грехи тогда мои будут очищаться, и желать от них я стану избавляться. Гурудев милостью своею мне будет помогать, а Шри Кришна мое сознание джапой очищать.